Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие! Динчик, поздоровайся с своими друзьями. А как это? А посмотреть на них? Ты стесняешься? Привет, друзья! Вы на канале? Какой канал? Baby Go. Друзья, сегодня у нас загадки. Игры на сообразительность. У нас есть несколько зверьков. Мы будем Дениске показывать несколько картиночек и спрашивать, у какого зверя какие есть особенности. А он должен попробовать угадать. У нас есть кабан, Миша косолапый, ежик, зайчик, белочка и волк. Динь, какой зверь любит мед и малинку? Подумай хорошенько. Кабан любит мед и малинку? Нет. Кабан у нас корни любит подкапывать. Трюфеля – это его деликатес, лакомство. А мед и малинку кто любит? Еще тебе подсказку дам. Этот же зверь любит рыбку кушать. Ловить и кушать. Самый крупный зверь в нашей полосе. Нет, это не тот зверь. Давай поищем. Может быть, это кабан? Нет, не кабан, мы с тобой уже поняли. Может, это белочка? Нет, не белочка. Может, волк? Нет, смотри, кто у тебя есть? У него шкурка бурого цвета. Он еще делает так. Кто это? Кто этот зверь? Как его зовут? Денис, как его называют? Ты его нашел? Ручки, да? Кто это такой? Кто это? Это Мишка. Медведь. Медведь. Это он любит мед и малинку. Давай его уберем, чтобы нам дальше было попроще. Динечка, кто у нас серый и зубами щелк? Кто это? Кто воет на луну? Кто похож на собачку? Посмотри из этих картинок, кто похож на собачку, только живет в лесу. Кто это? Кого Винни в сказке про Винни и зверей боится? Кого Винни боится, Дениска? Кого он боится? Когда он кричит «Помогите!» Кого боятся пастухи? Ну, какого зверя? Ну, помогите. А какого зверя боятся в лесу? Он стаей охотится. Зайки его боятся, зайки боятся. Ну, кого боятся? Как этот зверек называется, друзья? Не, Дениска, это не мама. Кого зайчик боится? На букву В. Как его звать? Волк, правильно. Друзья, мы вместе угадали волка. А кто у нас фырчит? Кто делает фыр-фыр-фыр-фыр-фыр? У кого самые острые иголки? Иголочки острые, у кого? Найди. Друзья, вы тоже вместе с Дениской угадывайте. У кого острые иголочки? Это такая редкая буква, Денис, в алфавите. Йо, помнишь? Что за зверь на букву Йо? Вспоминай, вот из этих вот четверых. Кто на букву Йо, Дениска? Ну, покажи, покажи нам, где, кто? У кого острые иголочки, Дениска? Кто фырчит? Ну-ка, какую карточку ты возьмешь? Вот эту? Ну-ка, покажи, кого? Кого мы взяли? Ёжик, Дениска, да, это ёжик? Ёж фырчит. Вот она, где эта буковка в алфавите? Вот он, ёжик. И смотрите, друзья, у нас осталось три зверька. Я. Волка боится. Какой зверь? Кто меняет шкурку летом и зимой? Кто живет в норке? Кто не может забраться на дерево? Кто ушастый? Твой любимый персонаж из сказки Винни, он кто? Помогите, он говорит, правильно, он боится волка. Ты в ручке его держишь, Дениска. Смотри внимательно. Кто это?
зайчик, зайчик боится волка, да? Он говорит, помогите. Так. И еще у нас остались два зверька. Кто из них любит орешки? Диня любит орешки. Правильно, Диня любит. А еще кто? Друг кролика Винни. По деревьям лазить умеет. Хвост красивый, пушистый. Как он называется, этот зверек, Дениска? Кто из зверьков любит орешки, кроме Дениски? Смотри, кто из этих двух? Как ее называют? Орешки любит? Ну, на букву Б. Дэн, на букву Б кто любит орешки? Покажи нам на карточке. Вот он. Как этот зверек называется, Ди? Как этот зверек называется? Папа? Нет, не папа, вспоминай. Не мама. Кто это? Дениска. Что за зверь? Белка, вот, друзья, белка. И последний зверь у нас. Остался последний зверь, который любит желуди. Дениска его маме отдал. Это кабан. Вот, мы его не загадывали, но Дениска последнего не стал особо угадывать. Вот, мы прощаемся с вами. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. До новых встреч. Пока-пока, друзья. Пока-пока. Поцелуй, Динька.